Так. Всем здорово. Едем за шубой, парни. Какая шуба нужна женщине, как вы думаете? Ну, мне кажется, красивая, наверное, писец. Писец? Лиса, норка. Или все-таки писец? Или писец у тебя шуба. Ну, писец у тебя шуба. Белого медведя, правда? Крутая была шуба. Ну, поехали. 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 Идем? Погнали. Ух. Если бы ты был девушкой, женщиной, какую бы ты хотел шубу? Ну, смотри, а это какая девушка, женщина? Ну, какая? Ты была бы скромная женщина или раскрепощенная? Да, я был бы вредная женщина, однозначно. Но если раскрепощенная, например, то мне кажется, для раскрепощенной женщины, мне кажется, шуба будет та лучшая, которая бесплатно подарили. Так, мы поехали. Ну что, если бы ты был женщиной, какой бы ты бы женщиной был? Конечно, скромной. Скромной? Самой скромной. А до какого момента? Пока шубу не подарили. Ну хорошо, скромная. Она вот как... Как кроткая. Ну как, я мужчина скромный, вы бы и женщина скромная. Ага, я понял. А какая шуба тогда подходит для скромной девушки? Для скромной девушки подлиннее. Подлиннее? Длинная, под горлышко. Подлиннее так. Максимально все прикрыть, да? А еще, чтобы не холодно было. Но шуба это ж не тепло, это ж красота, правильно? Как показывает практика, скромные девушки шубу в гараже еще не выигрывали. Если бы ты был женщиной, какой бы женщиной ты был? Я был бы полной противоположностью себя, был бы шлюховатый, такой шлюховатый. У меня кличка была Мать Тереза, даю налево и направо. Такой бы женщиной я был. А на кого похожую из тех женщин, что мы все знаем, ты был бы? Так, смотри, скажи, пожалуйста, вот какая шуба нужна для твоего типажа женщины? Ну, такая, чтобы ничего не прикрывала. Ничего не прикрывало? Ничего, так, это все шарф или что? Пояс. Пояс. Пояс меховой. Было бы так. Удобно было снимать. А зачем снимать? Приподнял. И полетели. Заходим. Здрасте. Здравствуйте. 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 Раз, два, три. Yep. Друзья, всем привет. Сейчас мы находимся как раз таки в том магазине, где мы будем забирать шубу. Вот. И сейчас хотим взять небольшое такое интервью у нашего эксперта. Эксперта, да, по шубам. И у собственницы. На секундочку. Самый... Валерия, можно вас на секунду, да? Всем привет. Привет. Смотри, первый вопрос вообще. Как сейчас пользуются популярностью шубы? Часто ли продаются вообще? Интерес есть ли у людей? Конечно, девочки любят шубы. Девочки. Шубы и бриллианты. Шубы и бриллианты. Это самое важное. Украшение для, собственно, дам. Да, какие сейчас именно вот сейчас шубы в моде? Что носят девушки? В тренде сейчас норочка, как и была. Писец нет. Писец немножко не то. Писец у тебя норка, классно. Ладно. Норка есть норка. Это как сравнивать Бентли и Део. И что из них Део? Ну, писец. Ну, писец, блин. Ладно, окей. Ну, и еще, смотри, такой вопрос к себе. Вот приходят девушки же разные, правильно? И чаще всего приходят девушки как раскрепощенные, так и нет. Какую... Скромные. Ну, скромные, ладно, да. Как подобрать для таких девушек, например, для раскрепощенной девушки, как бы подобрать такую шубу, чтобы ей подошла она идеально? И как подобрать для скромной? Для скромной это больше классика. Угу. А раскрепощенная что-то экстравагантное. Например?
Во-первых, они хотят что-то необычного цвета, оттенка. Розовый, то есть, да, какой-то да. такой, голубой, пепельный. Ну, обалдеть. И что дальше? Как они? Куда она им там? Она короткая, они чаще всего любят, да? Ну, смотря, там автоледи нужна, если машина есть, хотят более короткие. Ага. Если нет автомобиля, там длинные. Тут еще надо в этом разбираться. В шифонере уже 10 их. Ну, это ж какая девушка, да. Ну, это понятно. Как работает, так и шубы висят. Хорошо, спасибо тебе большое. Мы надеемся, наша шуба тоже принесет какой-то большой приз и большой что-то приятное. Так, секундочку, да? Давайте разберемся, а какую шубу? А для какую, скромной да. или для нескромной девушки сегодня мы возьмем в гараж? А какую берем вообще? Какую шубу мы берем? Можно нам ее показать? Олег. Поперечка. Так. Такая? А ну, давай мы ее возьмем сюда, посмотрим, сейчас покажем, чтобы... Это моя. Отличный выбор. Так, вот эта шуба у нас, да? Норковая. Это норка? Норка? Конечно. Класс. Девчата, смотрите, что на кону. Но... Ой, какое качество. Чувствуешь, сразу понимаешь, что норка. Можно об этой шубе несколько слов? Кому она подойдет? Уверена в себе девушке. Отстегивается здесь рукавчик, она может даже использовать весной ее. Ага. Прикольно. Прикольно. А это шуба скорее для... А эта шуба скорее для скромной девушки или для раскрепощенной? Наверное, раскрепощенной. Раскрепощенные девушки. Почему? Почему именно вот эта шуба для раскрепощенной? Вроде ж с цветом все нормально. Нормально, не голубая, не розовая, не пепельная. Почему именно? Поперечка, это больше такая не для классики, больше. А что такое поперечка? Вот я лично, как молодой человек, я не понимаю, что такое. Поперечка. Это поперечка. Продольная, это когда вот так вот сшивается. Ага. И? Если видите девушку в поперечке, она раскрепощенная. Секундочку. Поперечка сейчас в тренде. Ага, это в тренде. Да. Все раскрепощенные сейчас в тренде. Да. А все скромные, как обычно. Ну, круто. Я думаю, очень-очень даже ничего. Крутая, крутая. Я бы подарил даже кому-то. Ну, ладно. Ну что, компания платит. Итак, друзья, напоминаем, что 12 февраля в клубе «Гараж» вечеринка «Шуба-22». И мы вместе с Валерией эту шубу задариваем. Так что приходим. Парни, как вы думаете, женщины должны давать за шубу? По-любому. За такую. Мой айфон дешевле стоит. Знаешь, это еще шуба в тренде. Так-то на секундочку. Грех не дать. Еще и взять надо. Я сейчас думаю, что всем зрителям стало интересно, какой айфон у Саши. Саша, у тебя хоть не 5-й айфон? Да не, нихуя, 12-ка. Ой, 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 ну красавчик, красавчик. Саша, а за сколько взял? Нормально. Нормально? Достаточно, блядь. Достаточно, чтобы почувствовать, что семейный бюджет опустел, нихуя. Так может, ты бы лучше шубу взял? Нет.